Здравствуйте, это Пресс, ваш гид в мире культуры, искусства и творчества. Меня зовут Анна Гончаренко, и каждую неделю я знакомлю вас с самыми крупными и актуальными событиями творческой среды, а также самыми яркими личностями искусства. Мы начинаем, не переключайтесь! В рамках празднования столетия Карачаево-Черкесской республики прошел Северокавказский гала-фестиваль детского художественного творчества «Зори Кавказа». И размах, нужно сказать, был совсем не детский. В программу открытия входили анимационные представления, запуск дневного фейерверка и костюмированное шествие. Далее прошел торжественный концерт, на котором свое творчество представили юные артисты из Крыма, Краснодарского и Ставропольских краев, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ростовской области, Северной Осетии, Южной Осетии и Абхазии. В сети интернет ходят слухи, что Евгений Пригожин планирует создать российский песенный конкурс, в чем-то похожий на Евровидение. В 2022 году этот международный песенный конкурс проходит в Турине, но Россия в нем не участвует из-за санкций. «Я готов сделать свой конкурс, у меня есть много опыта», – заявил Пригожин в интервью РИА Новостям. Также продюсер напомнил, что в 1995 году создал российскую музыкальную премию «Золотой граммофон», подтвердив тем самым свой музыкальный и организаторский опыт. Ну а появится ли у нас в стране новый масштабный конкурс, посмотрим. Я буду держать вас в курсе. Не можем пройти мимо прошедшего Международного дня танца. Ежегодно по всему миру он отмечается 29 апреля. Это праздник, посвященный всем стилям танца. Его начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО. Именно в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Навера, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как отец современного балета. Поздравляем всех причастных к танцу! Театр Олега Табакова и Бахрушинский музей открыли совместную выставку в год 35-летия театра. На выставке собраны более 100 уникальных фотообразов, собранных за 10 лет жизни театра Олега Табакова. Работы погружают в театральные закулисье, место, где творится магия и где рождаются идеи. Даты проведения выставки с 22 апреля по 19 июня. Карачаево-Черкесия вовсю готовится к празднованию столетия нашей республики. В стороне не остался и государственный ансамбль танца «Эльбрус». Творческий коллектив готовит несколько номеров, которые будут представлены в Кремлевском дворце. Мы побывали на репетиции у танцоров и сейчас расскажем, как продвигается подготовка к такому ответственному мероприятию. Столетний юбилей в этом году празднует не только Карачаево-Черкесия. Большой праздник коснется еще двух республик – Кабардино-Балкарию и Адыгеи. В честь этого 21 сентября в Кремлевском дворце наши артисты дадут большой совместный концерт. Карачаево-Черкесию будет представлять танцевальный ансамбль «Эльбрус». Брали хореографическую композицию под названием «Под Эльбрусом». Вот. И большой массовый у нас номер есть, сюита танцевальная, карачаевский народный танец «Абезек». Это у нас самые ударные номера, это визитные карточки нашей республики. Но несмотря на скорый концерт в Москве, аврала и суеты в репетиционном зале нет. Любой участник ансамбля «Эльбрус» должен быть как пионер, всегда готов выйти на сцену. Более того, после пандемийных ограничений репетиции им только в радость. Они буквально живут танцем. В целом я танцую уже около 25 лет. В государственном ансамбле в «Эльбрусе» я работаю около 15 лет. Ну, так уж сложилось, что на сегодняшний день это часть моей жизни. Я считаю, что живя на Кавказе, будучи карачаевкой по национальности,
Я не вижу никакой другой альтернативы, кроме как кавказский танец. На Кавказе танец объединяет людей всех возрастов и национальностей. Вот и в Эльбрусе есть и совсем юные танцовщики 15-16 лет, и уже опытные артисты за 40. И мужская половина коллектива не боится стереотипов, что танец – это сугубо женское дело. Этот стереотип, я считаю, абсолютно необоснованным, потому что культура идет издревле. И мужчина, и женщина, они одинаково вносят свой вклад в культуру. Трепетное отношение к танцу видно невооруженным глазом не только у участников ансамбля, но и у его художественного руководителя. В свои 73 он не только возглавляет большой коллектив, но и заведует школой хореографии, в которой сам же и преподает. А сегодня мы познакомимся с художественным руководителем танцевального ансамбля «Эльбрус». Данный ансамбль уже много лет является визитной карточкой нашей республики. Исмаил Пилялович, мы вас очень рады приветствовать в нашей студии. Еще раз здравствуйте. Спасибо, что вы к нам выбрались. Давайте приступим к вопросам. Исмаил Пилялович, Эльбрус уже подрос. Расскажите, пожалуйста, о его последних достижениях. Ну, говорить о достижениях как-то сразу я не могу, наверное. Ну, определенно это то, что он сейчас на хорошем уровне. Мы участвуем, даем концерты, сольные концерты на хороших уровнях, на региональных уровнях, на международных уровнях. Поэтому нас достойно, мы можем достойно представить нашу республику, так сказать, в любом уголке нашей планеты. И я думаю, люди будут довольны, получат удовольствие. Все структуры, руководящие структуры, там, которые у меня там их много, помощников, все на своих местах. Когда люди работают все на своих местах, уже получается то, что планируешь. А расскажите, пожалуйста, в каких странах за границей вы были с ансамблем? И как там относятся к кавказским танцам? Коллектив постоянно выезжал на всякие фестивали, конкурсы. Там обширная карта наша, обширная. Последнее наше выступление было в Дубае. Это было вот это осенью уже как раз. И ограничения какие-то были. Это мероприятие называлось «Экспо-2020». Да, было такое. Вы были, да, на этой выставке? Выставка была очень шикарная. И мы вот нас пригласили, помогли нам поехать. С удовольствием спасибо всем, кто нам это помогал. Прошу прощения, что перебиваю. Кстати, если вернуться к первому вопросу о достижениях последних, мне кажется, приглашение на выставку такого уровня, на такую международную масштабную выставку, это, кстати, действительно достижение. Там такие моменты были, когда выезжаешь, тесты сдаем, там в течение 72 часов мы проезжаем, прилетаем в Дубай. Тут же там делают свои тесты. Если у кого-то что-то, не дай бог, выявится, весь коллектив могут на карантин даже отправить. Вот на такой риск мы даже пошли. Но слава Всевышнему, все было действительно на очень высоте. Повезло. Прямо от этого я, конечно, радовался, что поехать. И все, ну, это же немало, 50 человек поехало. Это если бы 2 человека поехало, там ладно. А 50 человек это... Давайте тогда, пожалуйста, с вами поговорим, что такое кавказский танец в принципе. Вот как вы считаете, что для вас кавказский танец? Ну, Кавказ – это наша жизнь. Естественно, в нашей многонациональной республике мы должны достойно показать каждый народ в отдельности, его искусство танцевальное. Сколько времени уходит на постановку, так сказать, одного танца? На идею, на подбор деталей, музыки, на постановку движений, самое главное, и вот непосредственно уже, чтобы к репетиции перейти. Когда рождается совершенно новый номер,
он очень трудный этап. Ну, литературные источники, музыкальные источники, хореография, как она начиналась, с чего надо начинать. Все это прорабатывается сперва в таком литературном варианте, потом перекладывается на музыку, сочиняешь движение, композицию. Ну, это этап там по времени даже сложно сказать. Бывает, что когда идет творчество, как бы оно тебя заинтересует до того, что ты можешь очень быстро какие-то моменты сделать. Но все равно минимум новый номер – это не то, что взять готовый номер, взять, поставить – это попроще. А если вот рождающийся номер, он где-то минимум полгода как минимум составит. Действительно, еще идею можно долго вынашивать. Идея, когда ищешь, может она и не прийти, она может случайно прийти. Ну, вдохновение так оно получается. Сразу так не бывает. Ну, идея, она закладывается. Вот я вот, и вдруг. А вот есть нюансы, которые украшают, допустим, постановку. Вот они приходят так вот, спонтанно, так скажем. И мы их стараемся развить. Ну, это такой сложный, интересный процесс, поэтому вдохновение. О нем говорить можно, да. Вот такие вот моменты есть. А как вы считаете, какие ценности кавказский ансамбль должен нести в мир? Вот самое главное – это, наверное, чистые помыслы такие, нормальную историю отобразить произведением. И воплотить его. Вот сложности. Как вы оцениваете конкуренцию среди других ансамблей, других регионов? Как вы считаете, вот по России, какое место Эльбрус занимает среди других ансамблей? Ну, конкуренция, как бы здоровая конкуренция, она всегда должна присутствовать. Стремиться к профессионализму, более высокому планку всегда стараешься поднимать. Ну, так себя оценивать и говорить там что-то на публику, так как-то я не очень привык так делать. Ну, они могут достойно быть среди равных равными. Ну, а давайте так. Вот есть, например, сколько ансамблей в России? Ну, примерно таких крупных, известных. В России очень много. Это 50. Ну, вот. Ну, известных. Да. Я думаю, что. Я к чему хочу еще вот добавить. Вот есть союз профессиональных творческих коллективов в России. Мы являемся членами этого. Он создан в 2013 году. Ну, сколько? Около 10 лет уже, да? Вот. И мы всегда очень достойные коллективы. Наш коллектив более молодой коллектив. Нам будет на следующий год 35 лет. Вот. Есть коллектив, который по 70, по 80 лет, 50 и выше. Естественно, у них больше, может быть, где-то традиций, где-то самое. Но мы стараемся быть в массе, так сказать, в хорошем смысле этого слова, этих коллективов. Есть величайшие коллективы там в Москве, там ансамбль танца Игоря Моисеева, «Березка», там «Гжель», там, ну, много всяких, которые... Они академические, там все заслужили, там все. Ну, в этой самой мы, если где-то не дотягиваем, но мы стремимся туда, вот в эту когорту. И среди кавказских коллективов, ну, чувствуем себя нормально. Ну, условно, в топ-30 ансамблей нашей страны, как вы считаете, вы входите? Думаю, что да. Замечательно, замечательно. Расскажите, пожалуйста, чего вы, как художественный руководитель, точно никогда не допустите в своем коллективе? Все, что выходит за рамки
нормальной жизни, так скажем, этикета, вот это я не допускаю. У меня в коллективе никаких курьезов, никаких я этого не видел и не слышал. И впредь не будет, и всегда достойно представлять, как нашу республику, где бы мы ни были, люди относятся, допустим, с очень с большим уважением. Вот это есть наша кредо, которую мы не нарушим. Вот. Я верю в своих работников, артистов, которые достойно представляют нашу, человеческую часть представляет на хорошем уровне. Раньше с кадрами было туговато, так скажем. Сейчас, когда уже немножко коллектив о себе заявил там и так далее, сейчас я уже выбираю, я подряд там выбираю. У нас для наших кадров, в смысле, где я питаюсь с этими кадрами, это у нас Республиканский колледж, отделение хореографии. Там учатся люди, заканчивают. Даже есть, которые не заканчивают, но я их уже приглашаю, потому что они достойны уже нашего коллектива. И для них практика хорошая, и вливать. Есть у нас своя студия. Сейчас, правда, у нас девочки. Там в студии есть очень хороший коллектив, называется «Дочери нартов». Там девочки танцуют. Знаем, вот. Такой коллектив. Недавно они в Москве главный приз фестиваля заработали. На днях стали бронзовыми призерами очень такого масштабного фестиваля в городе Владикавказ. Буквально вчера они приехали, они заработали бронзовую медаль. И это наше подспорье. Вот уже у меня идут там оттуда девочек, они уже подготовлены, уже профессионально подготовлены. Не просто их там начинаешь там чему-то. Но учиться им всегда надо, человек надо всегда учиться. Это пока не закончит свою деятельность, всегда надо учиться. Конечно. Иначе толку не будет. Продвижения вперед этого развиваться нет. Развиваться нужно, да, конечно. Да. Поэтому есть у нас откуда черпать кадры, и к нам какой-нибудь левый не попадет. А как вы следите за деятельностью будущих ваших танцоров? Вот как? Вы ходите на какие-то концерты? Или каким образом вы узнаете о них? И именно о их танце, о их мастерстве, о их уровне? Как вы знакомитесь? Да, конечно, мы всегда, даже у нас есть совместные концерты с другими коллегами. Допустим, самое последнее у нас было совместный концерт с академическим ансамблем «Донбасс». Приезжал с Донбасса. Вот. Перед этим у нас совместные концерты были государственный ансамбль, казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье», ансамбль «Крыница» с Краснодара. Вот у нас был совместный такой больше с участием нашего коллектива. И мы всегда видим. Часто приходится работать с астраханским ансамблем и с другими коллективами. И всегда уровень всегда подчеркивается. Исмаил Белялович, расскажите, пожалуйста, вот очень хочется в вашу такую вот атмосферу глубже нырнуть. Как вы настраиваете своих танцоров перед выступлением или перед особо важными выступлениями? Какие слова напутствия даете? Есть моменты каждому артисту, там, у кого своя там... Там позиция, хочется его прибодрить, его там, чтобы он вышел, не терялся. Кому-то сказать, слушай, чуть-чуть умерь немножко. Вот, тут надо немножко вот так вот сделать. Ну, желаю успеха им всем. Вот они этим, наверное, живут. Исмаил Пилялович, как художественный руководитель, вы какой? Строгий, требовательный или, например, безумно добрый. Вот какой вы как руководитель? Ну, наверное, всякий. Всякое бывает. Идеальное соотношение. Но я больше такое вот человеческое понимание, объяснение.
Ну, где-то что-то приходится объяснять, такие непреложные законы, надо это выполнить. Ну, главное требование, значит, подготовиться, быть готовым. У нас травмоопасность все, но для этого надо разогреть суставы там. С этим проблемы бывают, там не все хотят, там, что так сильно. Ну, понять можно, но мне бы хотелось, чтобы я вот на это больше обращаю внимание, чтобы они подготовили себя очень хорошо, профессионально. Получается, вы заботливый, как художественный руководитель. Раз вы заботитесь непосредственно, да, о безопасности, о здоровье своих участников. Ну, конечно. Больше, наверное, добрый сказать можно, да. Ну, бывает, когда моменты, когда уже или так, и без этого нельзя там. Ну, у нас вообще строгая дисциплина. Как вы считаете, вы на своем месте? И видите ли вы себя еще где-то, в какой-то другой области, может быть? Я хочу вот что сказать. Значит, если я почувствую, что я не на своем месте, я там ни минуты не задержусь. Ну, а пока так как бы не переоцениваю я себя, пока могу работать. В другом статусе себя сейчас именно я не вижу, хотя я в жизни занимался и многими видами. Как сказал мой коллега, я когда вернулся, ну, пришел в ансамбль в этот, я работаю 11 лет с коллективом. Было время, что я уходил с искусства на определенное время, уходил совсем. И все равно пришлось вернуться как-то. Ну, то, что сюда я в Эльбрус вернулся, это мне пригласил глава нашей республики Рашид Тавреза. Когда я вернулся и был на одном совещании среди коллег в том коллективе, где я раньше работал, Виктор Гаврилович Захарченко, руководитель государственного кубанского казачьего хора. И он когда меня увидел, когда я пришел, я уже руководителем самый, и он мне сказал: ну что, вернулись? Я говорю: да, вернулся. Он мне сказал: это не ты вернулся, а тебя вернул, говорит он. Говорит, я так это. Он такой религиозный человек сам. Я так. Приятно, наверное, слышать, да, такие слова. Да, я потом, когда сам себе размышлял, думаю, интересно, да, все ж таки. Ну, а сейчас я себе не представляю, как я думаю, я сейчас уйду, если вот вроде, ну, уже время подходит. Ну, уйдешь, думаю. Прямо взять-то, уйти там амбициозно куда-то, я не могу. Я без этого коллектива сейчас себя не представляю просто. Друзья, но у нас новая рубрика, которая называется «Блиц-опрос». Каждый гость пройдет через нее, и вам будет интересно. Ответы должны быть краткими, без долгих раздумываний. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Отвечайте первое, что приходит в голову. Готовы? Тяжело, да? Не переживайте, у вас все получится. Итак, первый вопрос. Назовите три своих положительных качества. Всегда работаю я. Работоспособный? Да, постоянно. Дальше. Стараюсь не обижать никого. Добрый. Может быть, ответственный. Может быть, коммуникабельный. Что вам больше подходит? Ну, ответственный, да, да, на самом деле. Все, ответственность засчитана. Следующий вопрос. Ваши три негативных качества. Думаю долго, наверное. Долго думаете? Следующее, если есть. Не знаю даже. Хотелось бы себя немножко так. Давайте тогда к следующему вопросу перейдем. Самое большое достижение вашей жизни. Ну, самое большое даже это я живу нормально. То есть у меня семья, дети, внуки. Работа хорошая, любимая, одна, вторая, там и педагогическая деятельность, и творческая деятельность. Я себя очень нормальным, счастливым человеком считаю.
В общем, можно сказать, что вы состоялись как человек, да, и как специалист. Угу. Следующий вопрос. Если бы завтра утром, сейчас пофантазируем немного с вами, вы бы проснулись и могли получить любую суперспособность, любую суперсилу, что бы вы выбрали? Интересный вопрос. Мы старались. Я уже от этого отошел уже, чтобы какие-то такие фантазии проявлять. Ну, затрудняюсь ответить. А, хотели бы читать мысли людей? Возможно. Хорошо, все, подходит. Скажите, пожалуйста, есть ли занятие, о котором вы давно мечтаете, но им так еще не занялись? Нет такого занятия. Я все как бы все перепробовал. Все успели воплотить в жизнь. Да. Замечательно. Прям можно позавидовать вам даже в этом плане. Хорошо, тогда переходим к следующему вопросу. Назовите, пожалуйста, ваше самое дорогое воспоминание. О старых друзьях. Скажите, пожалуйста, есть ли тема, над которой вы никогда не будете шутить? И что это за тема? Ну, вера, само собой. Нельзя там шутить. Вот. И какое-то сокровенное что-то, допустим, что касается там родителей, там, ушедших, там, то все, конечно, это. Последний вопрос, самый убойный. Последний вопрос, чисто кавказский вопрос. Скажите, хачин или груша? Конечно, хачин. Конечно, хачин, засчитано. Исмаил Пилялович, ну, огромное вам спасибо, что вы к нам пришли, выделили время в своем плотном графике. Мы будем с радостью вас ждать еще. Спасибо, постараюсь обязательно. Спасибо вам. Танец в данном случае это карачаевский народный танец, то есть это все. Мы будем разбирать самый элементарный, самый простой вариант, который исполняется в народе. Я буду показывать женскую партию. Движение рук начинается у нас с правой руки и от локтя. Движения довольно сдержанные и плавные. А движение ног начинается с правой ноги, состоит шаг из 4 шагов и на третий шаг небольшая подбивка правой ногой. Я вам покажу мужскую часть движений. Женщина совершает более плавные движения, мужчина более характерные. Танец должен быть абсолютно синхронным. Мужчина может смотреть девушке прямо в глаза. Девушка не смотрит на голову, опускает взгляд ниже. Может смотреть на грудь мужчины. Все движения у мужчины и женщины одинаковые. У девушек более плавные, у мужчины более мужественные. Все движения делаются на 4 счета. А теперь к предстоящим событиям. 1 июня в парке «Зеленый остров» состоится концерт популярной российской певицы Зары. «Мир вашему дому» – так называется концертный тур Зары, заслуженной артистки России и артиста ЮНЕСКО во имя мира и благополучия. Концерт будет богат композициями разных жанров, от красивейших романсов и песен военных лет до популярных эстрадных хитов, которые любит вся страна. 29 мая в 19:00 в парке «Зеленый остров» города Черкесска состоится концерт «Мировые хиты» Камерного оркестра Государственной филармонии Карачаево-Черкесии. Среди приглашенных звезд будут заслуженная артистка Карачаево-Черкесии Марьяна Алботова, Султан Батчаев и солистка Государственной филармонии города Ставрополь Валерия Петина. Это была программа «Культурный экспресс». Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго и увидимся ровно через неделю.